Здравствуйте. Автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с грузовиком Isuzu на 20 километрах дороги Богучар-Кантемировка около 6 часов 45 минут вторника, 30 марта. В результате ДТП на месте погиб 24-летний водитель легковушки, житель Кантемировского района. По предварительным данным, кантемировец выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, которым управлял 33-летний житель Белгородской области. Водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи. Второму водителю госпитализация не потребовалась, ему оказали медпомощь на месте. Полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.